Акция «Бызбергемыс» стартовала по всей стране. Ее суть в том, что неравнодушные казахстанцы проводят уборку снега на территории частных домов одиноких пожилых людей. Видео и фотографии они выкладывают в социальных сетях под одноименным хэштегом. Таким образом, молодежь призывает быть добрее друг другу. Участие в акции приняли и североказахстанцы. 10 лет назад, когда я училась в школе, мы тоже помогали одиноким бабушкам и дедушкам. Тогда нас называли тимуровцами. Сейчас же пожилым пенсионерам помогают жасутановцы. Сегодня они пришли по адресу Новая, 62. Здесь проживает Галина Сидоренко. За последние несколько дней снега выпало на 40% больше нормы. Поэтому убирать его даже коммунальные службы не успевают. Что же говорить об одиноко проживающей пенсионерке? Иногда помогать приходит дочь, рассказывает Галина Станиславовна. Зачастую приходится нанимать работу. Рабочих. Если можно, туда немножко теперь. А, туда кидать, угу. Да? А то у нас этот элеватор, вот там потом тоже тает и вода. От снега очистить нужно и двор, и территорию возле дома. Обычно на это уходит несколько часов. У ребят вся работа заняла не больше 20 минут. По всей стране стартовала акция «Бызбергемыс». Молодежь Северо-Казахстана тоже не остается в стороне. Буквально с прошлой недели, с пятницы, мы адресно оказываем помощь одиноко проживающим нашим пенсионерам нашего города, который проживает именно в частном секторе. Обращения к жасутановцам приходят через общественную приемную и в социальных сетях. С просьбами помочь с уборкой снега пишут даже дети пожилых людей, которые проживают в других странах. Всего с начала зимы жасутановцы помогли 30 одиноко проживающим пенсионерам. Алена Хан, Михаил Казначеев, Новости МТРК.